Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня посмотрим планки, ориентиры на новую платформу X570 и процессор AMD Ryzen 3000. Это T-Force Dark Z DDR4. Две планки по 8 гигабайт, частота 3600 МГц, записанная в профиль. В скором времени появится в российских магазинах, мы введем ссылку в описании к этому видео. На эту память производитель предоставляет пожизненную гарантию. T-Force Dark Z DDR4 вышли объемом по 8 и 16 гигабайт. Предлагается в вариантах с тактовыми частотами 3200, 3600 и 4000 МГц. Установлен алюминиевый радиатор с ребрами, напоминающим крылья орла. Обеспечивается улучшенный отвод тепла. Для контакта с чипами памяти используется теплопроводный клей, повышающий отвод тепла на алюминиевый сплав. В этой линейке не используется подсветка. Доступны планки в сером и ярко-красном вариантах исполнения. Производитель отмечает тщательный подбор чипов, обеспечивая стабильную работу на платформах Intel и AMD. Высота планок в самой высокой точке 43,5 мм. Проблем с установкой башенных систем охлаждения возникнуть не должно. По крайней мере, мы проверяли и установили без проблем. В XMP 2.0 профиль записаны две частоты. Самые высокие частоты 3600 МГц. Работают с таймингами 18, 22, 22, 42. Напряжение 1.35. Сейчас вы видите данные, полученные в ходе синтетических тестов. Также записаны частоты 3200 МГц. Они работают при таймингах 16, 18, 18, 38, напряжение 1.35. Проблем с запуском опять же замечено не было. По традиции мы проводим разгон, но выбираем стабильную частоту без изменения таймингов в большую сторону и напряжение. T-Force Dark Z DDR4 взяли стабильные 3733 МГц. Пройдя нагрузочный тест и продемонстрировав стабильность во время рендирования видео. Сейчас видите данные, полученные в ходе сравнения, это разные бенчмарки. Напомню, что по ссылке находится текст обзора, там можно посмотреть и скриншоты, и сами графики более детально, мы публикуем подробную информацию. Подводя итоги, T4 Dark Z DDR4 станут отлично выбором в пару к новым процессорам AMD Ryzen и Intel, обеспечив стабильную работу с высокими тактовыми частотами, эффективное охлаждение, привлекательный внешний вид без подсветки, пожизненная гарантия. Плюс у вас есть возможность повысить частоты до стабильных 3733 МГц. С удовольствием обсудим с вами T4 Dark Z DDR4. Всем спасибо за внимание и пока-пока.